And Finns Santa Cruz. Домик здесь стоит. А? Домик такой стоит. Ага. Какой-то стресс. Вода, они воду привозят сюда? Не знаю, какое-то строение, первое строение тут. Мы находимся на острове Ля Гомера, нас возят здесь, по-моему, поверху этого острова. Единственное, что здесь есть, это вот эти вот леса и вот эта безумная, сумасшедшая красота. Men nu har man då förbjudit detta så att inte allting ska försvinna. Så det är då olagligt att ta efter den här. Eftersom det här är en del av en nationalpark så finns det även väldigt mycket man inte får göra. Så som att skräpa ner, störa djur och natur. Man behöver inte ta någonting ifrån marken eller bryta grenar eller liknande. Брать здесь? Да, что здесь брать? Земли. Земли. То есть нельзя даже камушек взять? Да, ты чё? Всё себе. Utvalda ställen, såsom de kanske ställer upp ett picknickbord, några toaletter, ibland en lekplats för barnen eller liknande. Одним словом, национальный парк охраняется со всех... Со всех сторон. Ничего нельзя здесь брать, трогать, дышать. Надо только вот так на автобусе проехаться на скорости и все. Если нельзя, значит надо взять. Тут, наверное, больше всего и берут, да? Я хочу лавровый лист. Да, лавровый. Хотя бы. Лавровый лист, да. Здесь вообще не дают, наверное, выйти людям из этого, из автобуса. В этих местах. Так, друзья, пока выключаюсь. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, остров Ля Гомера, Канарские острова.